Отлично. У нас в студии также руководитель команды. Давайте пойдем поближе к ребятам. Равиль Шарафутдинов, руководитель команды Sax Team. Я в анонсе гостей сказал, что там квартет, а вас оказывается пятеро. Но я к своему стыду не знаю, как называется команда из пяти человек. Как называется? Я знаю. Квинтет. Отлично, теперь буду знать. Вот у нас не просто развлекательная, но еще и образовательная передача. В Красноярске пройдут вечера саксофонной музыки, насколько нам известно. И вот, я так понимаю, одной из задач является вернуть саксофонную музыку в мейнстрим. Потому как, ну вот, на мой взгляд, вот время саксофонной музыки, мне кажется, ну вот сейчас не время саксофонной музыки. Сейчас везде рэп, рок-н-ролл, там какая-то электронщина и так далее, и так далее. И саксофона в этих ритмах уже, в принципе, не встретишь. Она как-то не особо коммерциализуется, вся эта музыка. Скажите, так ли это на самом деле? Ну, в каждом рэпе, в некоторых даже в рэп-композициях, везде присутствует саксофон. Если вот послушать того же самого, как его там, Оксимирон, по-моему, его зовут, там даже есть некоторые нотки саксофона звучат. И плюс в любом, даже в клубном версии саксофон звучит отлично. Ну и вот Дмитрий тоже расскажет про саксофон. Как? Повсеместно. Да, действительно. Очень популярный инструмент, на самом деле. Но не мешало бы популяризации немножко добавить. Да, я соглашусь с музыкантами. Действительно, саксофон можно услышать практически во всех популярных песнях. Я не знаю, почему ты так настроен против этой музыки. Ты, наверное, как в 60-х считаешь, что от саксофона до ножа один шаг. Но вот лично я с этим не соглашусь. Как сказал один политкорректный работник, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Да-да-да. Примерно так. Ну, это все утрировано, шутки шутками. Просто вот я в машине не слушаю саксофонную музыку. Но вот как-то вот она не приходит ко мне. Мы друг с другом не стыкуемся никак, не получается у меня. И даже то, что я сейчас услышал вживую, классно, вроде качественно, сыграно ровненько, но вот почему-то не заходит, не мое и все. Да, как считаешь, с чем это связано? Наверное, с возрастом все равно. Я помню тоже, вообще не слушал никогда, даже и представить не мог, что я буду заниматься и играть на саксофоне. У меня в голове был рок тяжелый. И поэтому с возрастом начинаешь слушать музыку более грамотную, более, можно сказать, мелодичную, профессиональную. Вы знаете, я с вами тоже не соглашусь, если вы мне позволите. Мне кажется, что это скорее не от возраста, ну, может быть, в частных случаях так. Но, допустим, я люблю эту музыку практически с детства. Я после того, как закончил школу, поступил в Академию музыки театра, я просто влюбился в саксофоны, во все духовые. Но почему-то вот обыватели, обычные красноярцы, ну, не так, скажем, привычно им к их слуху вот именно саксофон. Как считаете, почему? То есть почему вот не так хорошо знают эту музыку, как, допустим, гитару или там аккордеон или баян. Дима? Ну, начнем с того, что оркестров стало намного меньше в городах. Вот, на данный момент. И, соответственно, раньше при каждом ДК было много оркестров. То есть всегда коллектив, там, соответственно, человек 5-6 саксофонистов, они все играют на танцплощадках, в парках, в местах отдыха, везде повсеместно. Сейчас это все заместили диджеи, рок-бенды и так далее. Там я так понимаю, планируется все-таки как подобное возвращение вечера саксофонной музыки. Расскажите подробнее, где это будет происходить и во сколько можно это будет послушать? Мы возвращаем саксофонную музыку уже год, да? Уже год нашему коллективу. И причем это не в полном составе коллектив, у нас около 14 человек саксофонистов. И вот у меня давняя такая мечта, чтобы их одновременно всех на сцену и как бы бомбануть, или не знаю, как сказать. Ну, это неплохо. Кстати, по поводу бомбануть. Вот, а вы можете развенчать мое убеждение о том, что саксофон — это не музыка молодежи? Что-нибудь эдакое. Что-нибудь молодежненькое. Что-нибудь эдакое мы с собой сегодня не видим. Ритмичное. Почему? Ритмичное. Рок-н-ролл будет. А давайте еще поздравим нашего. Да, у нас сегодня у нашего коллеги день рождения, Антон Ивин. К сожалению, сегодня не смог с нами поучаствовать. Антон, мы тебя сердечно поздравляем. Надеемся, что дальше будем с тобой сотрудничать. С днем рождения. С днем рождения. И поехали играть сразу. Да.